Итак, ребят, мы с вами уже очень близки к финалу этой истории. Мы с вами сейчас глянем, что у нас там по следующему заданию. Ну, смотрите, нам нужно собрать усилители энергии с высших синтоидов, оптические декодеры с бунтоботов и чипы памяти с поверженных синтоидов. Так что, ребят, нам придется выбрать какое-нибудь задание, дополнительное задание, и пособирать вот эти вот необходимые компоненты. Ну что ж, давайте медлить не будем. Миссия у нас будет называться «Сполох ракет». Погнали! Командор Хилл, а им слишком долго распространяла лживые слухи о сопротивлении. Довольно. Пора рассказать всю правду. Но их спутниковое покрытие огромно. Пока эта сеть работает, они контролируют повестку. Джарвису удалось найти спутниковые центры, которые управляют коммуникационной системой. Понимаю, к чему ты клонишь. Если вырубим один, отключится вся сеть. По крайней мере, на пару часов. И мы сможем отправлять сообщение сопротивлению. Временно. Но так каждое наше слово будет иметь вес. Но у нас нет оружия, которое смогло бы вырубить спутник. Так что же делать? Спутник соединен с Землей огромным космическим лифтом. На нем и поднимемся. Итак, надо смотреть, что у нас там по навыкам. 0 очков навыков, но это, в принципе, было ожидаемо. Здесь только старший артефакт. Ну ладно, пойдет. Ну что, давайте прокачаем. Потому что я хочу получить мощь 12. Все. Получили и начинаем задание. Для начала придется раздобыть коды запуска для космического лифта. Будет сложно. Оно того стоит, Хилл. Сопротивление пока что легко сломить. Нам надо как-то объединить силы. Для этого необходимы каналы связи. Полагаю, ты знаешь, где их найти? Джарвис узнал, что они есть у командира местной базы АИМ. Надо к ним наведаться. Итак, нам надо достать коды запуска. Ну и понятное дело, что коды запуска у нас находятся у некого экзо-монотрона. Покажем им, что к чему. Рядом расположен ящик с оборудованием. Так, ну к тому же, нам, ребят, надо искать высших синтоидов, бунтоботов и обычных синтоидов. О! То, что надо. Давайте, помогайте. Лежать. Ну чё? Да. То, что надо. Так что, ребятки, давайте бежим далее. Доберемся до этого экзо-монотрона. Так, на самом деле нам нужно еще добраться вот до этой емкости. В центральной зоне, да. Надо привлечь его внимание. Вот так. Ну что ж, пойдем. Ой. Получай. Давай, бей его. Будет больно. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Давай! Давай сюда, бейте его, а! Ты
Прекрасно. Скачиваю коды запуска. Ну вот и замечательно. Вряд ли. Команда! Лифт находится под управлением многоступенчатой системы контроля доступа, зависящей от трех контрольных узлов. Чтобы открыть вам доступ внутрь, Джарвису понадобится их взломать. Почему всегда все так сложно? Итак, следующее задание — добраться до комплекса с серваками. Сэр, а им в полной готовности. В транспортном центре вас ждет яростное сопротивление. А вот и космический лифт. Прикольно. Агенту щита рядом с вами нужна помощь. О, давайте сюда. Подключитесь к трем контрольным узлам, блокирующим доступ к системе безопасности, чтобы Джарвис мог открыть вам двери. А им попытаются вас выдавить, так что готовьтесь отстреливаться. Окей. Чем больше узлов вы взломаете, тем лучше. Продолжайте в том же духе. Бежим, 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 бежим! Не трожь! Вам нужно отбросить АИМ от этих узлов. Так, Джарвис готов начинать. Да блин, хватит меня бить. Итак, здесь у нас точка С. Блин, захватывать точку Б. О, бунтоботы! Как дела у Джарвиса, команда? Бодро качает единички и нолики. Но вам по-прежнему нужно не подпускать к узлам противника. Добивай, добивай, добивай! Итак, нам нужен еще один бунтобот. А точнее, та часть, которая с него выпадет. Вот это нам требуется. Вам нужно отбросить АИМ от этих узлов. Преимущество на нашей стороне. Так, ну что, давайте на С. Ну, здесь никого нет. Хорошо. А им отбили один из узлов обратно. Мы их остановим! Да блин, нет! Да блин, прыгай вниз, а! Вот так. Ну, ребятчики, еще один чип, и мы с вами здесь закончили. Вам нужно... Все охранные системы лифта отключены. Можете идти, Кэп. Что ж, давайте. Момент настал. Погнали. Одну очень долгую поездку на лифте, пожалуйста. Вам нужно отбросить АИМ от этих узлов. Сэр, предупреждаю, это будет очень непростая поездка. Держитесь крепче! Невероятно! Без понятия, какие системы защиты у этого спутника. Забираемся внутрь, запускаем самоуничтожение и отчаливаем. Ясно? Предельно. Обнаружено множество врагов. Каков план? Пробиваемся в центр станции и перегружаем все их системы. Надо найти пульт и открыть двери центрального узла. О! Вижу технику АИМ.
Ну-ка, что здесь? Вот и глянь. Так, смотрим. Ну, прокачали вот это. Куда идти? Вот сюда. Там у нас будет с вами следующая цель. Им любят все делать наверняка, да? Еще как. Надо сломать абсолютно все, иначе спутник продолжит работу. Мы ждем вас, Кэп. Как только вы отключите спутник, мы разошлем сообщение всюду, куда сможем. Что делаешь? Такс, помогаем. Смотрим больно. Так, прикольно. Ну что, пока они там заняты, давайте я займусь вот этим. Сеть по всей станции перегружена. Давай, квась его! Вот так и стой! Лежать. Ну? Упс, это кто такой у нас тут крутой? Добили? Молодцы. Ну что, давайте займемся второй вот этой штукой. Критический уровень на нуле. Энергия направлена на поддержку плотности станции. Система коммуникации разрушается. Мы сможем отправлять сообщения нашим постам на восточном побережье. Офигеть. Снова! Да блин, больно! Так, я ушел. Добейте его, а? Так, держать. О, вот и все. Узел связи выведен из строя. Станция будет разрушена. Готовьтесь отправить сообщение. Убирайтесь оттуда. Сейчас рванет. Джарвис, передавай сообщение. Конечно, сэр. Говорит капитан Америка. Всем, кто сопротивляется тирании АИМ, всем, кто боится и не знает, у кого искать защиты, мстители вернулись. И больше мы вас не подведем. Граждане Америки, мы ведем репортаж с демонстрации против серьезнейшей угрозы нашей свободе. Этим утром главы всех важнейших военных организаций были захвачены врасплох новыми адаптоидами АИМ. Огромные военные корабли в небе над нашими городами вызвали настоящую панику. Началась всеобщая мобилизация, а среди населения растет напряжение. Конечно. Моя технология.
Это маскировка. Минутку, что-то происходит. Тревога. В районе зафиксировано нелюди. Немедленно покиньте зону. Цель А. Защитить. Сэр, поступил сигнал бедствия из убежища сопротивления в Нью-Йорке. А им хочет нас выманить. Пойдем их спасать, решат, что мы напали на город. Неважно, как это будет выглядеть. Если кому-то нужна помощь, мы помогаем. Делайте то, что нужно. Стартуем с рассветом. Эй, Кэп, я попросила Пима прислать нам все, что есть по Нью-Йорку. Зайди в лабораторию. Иду. Так, Тони у нас что-то там мастерит, а нам с вами нужно подойти к Нат. Так, Нат, рассказывай. Похоже, Пим следил за этой штукой с того момента, как она появилась в небе. Кажется, траектория нестабильная и движение не предскажешь. Пим считает, что она реагирует на сигналы агентов АИМ и данные собственных сенсоров. Она нас засечет. Возможно. Сопротивление предоставит нам свои данные, так что мы будем знать ее местоположение. Это даст нам небольшую фору. Отлично. Готовь квинджет. Немедленно собираемся и вылетаем. Будет сделано. Так, ну то есть получается, мы с вами уже готовы к нашей финальной миссии. И это хорошо, ребят. Так, ребят, выбираем. Паника в Манхэттене. Все, погнали. Да, продолжаем. Выбрать героя. Я думаю, что здесь мы с вами поиграем за Железного Человека. Сейчас мы с вами еще, может быть, его прокачаем. Сейчас поглядим. Так, меню. Навыки. Одно очко есть, можно на что-нибудь потратить. Апперкот. А здесь у нас что было? А, спикировать вниз, окей. Ну, давайте апперкот. Хотя, подожди, вот это что такое? А вот это? Серия легких атак. Ну, давайте апперкот. Прикольно. Так, снаряжение. Блин, ничего нету. То есть, в принципе, вот это можно качнуть. Давайте, пускай будет у нас, там, я не знаю, мощь. Насколько хватит, может быть, 19 будет. Вот это да. Ну, давай 20. Ну. Есть, все. Так. Хотя, на самом деле, давайте все качнем. Чё я экономлю? Так, здесь у нас максимум. А, все. Ага. Так, назад и начать задание. Так что будем делать? Не думаю, что у нас получится пробраться в город незамеченными. Да уж, наверняка тот факт, что ты восстал из мертвых, привлечет внимание. Тогда нужно как-нибудь отвлечь их внимание. Может, Синодина? Я обрушу на них гром и молнии, капитан. Они даже не увидят, что ты на земле. Входящий вызов, сэр. Соедини. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Нас нашли. Говорят, нас надо лечить, но мы знаем, что это значит. Кто-нибудь... Что такое? Кое-кто нашел передатчик? Не бойтесь, скоро мы вас вылечим. Джарвис. Можешь найти, где это? Сию минуту, сэр. Сигнал шел из жилого помещения в зоне эвакуации.
Не понимаю, почему идет эвакуация? Из-за нас! Нелюдей! Для них мы зараза! Аим убедила людей, что они опасны. И с годами все стало только еще хуже. Вон они! У нас проникновение! Год красный! Тихо! Мы вас отсюда вытащим! Эти батареи питают запирающий механизм. Так, добить бы. Добили. Блин, да неплохо рубит на самом деле. Прикольно. Теперь ты в безопасности. Так, полетели. Я хотел сказать на следующую точку, но подожди. Вот так делаем. Блин, чё их так много здесь? Блин, вы бесите. Чё их, правда, тут прям целая куча. Так, ну давай, схвати кого-нибудь, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, ребят, чё-то жёсткое. Жёсткая обстановочка тут. Вот. Ну, сейчас тогда немножко, ребят, с вами с земли их полупим. Так, давай-ка вот сюда. Блин, на самом деле бесят. Да кто там опять? Вау! Вау, 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 как их много. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Да блин, а. Сила богов! Блин, ну там всего лишь нужно немножко добить и все. Ребята, мне очень нужна помощь. Кому требуется помощь? Где? Что-то я не вижу. Так, давайте все-таки закончим тут. А, мы закончили. Нам на самом деле только нужно зачистить территорию. Молодцы. Ну что, все? Или нет? Где еще? Спасибо. Они ищут людей по всему городу. Наши друзья были на полпути к убежищу, когда... Мы найдем. Уходи же. Найди безопасное место, дружище. Скорее. Мы не знаем, сколько их там еще. Обнаружена еще одна камера заключения. Как мы это допустили? Зато мы можем остановить их сейчас. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Так, ну это, в принципе, не обязательно. Мы с вами летим далее. И там у нас будут клетки для нелюдей. Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Пусто. Зря вы решили ожить, капитан. А слабые уступают место сильным. Они тоже сбились с пути. Бой! Ну все, сейчас будет конец этому экзо-монотрону. Все. Достали. Что, так быстро, что ли? Давайте найдем. Блин, я думал, тут посерьезнее будет. Мы знаем, что они серьезно вооружены. И обожают слушать свою собственную болтовню. Как один наш друг. О, у меня уши горят.